У побережья Канады затонул круизный паром. На его борту находились 27 человек. Жертвами трагедии стали пятеро. Паром затонул в провинции Британская Колумбия близ города Тафина. По последним данным, удалось спасти 21 человека. Поиски еще одного продолжаются. На месте происшествия работают как спасатели, так и местные жители. Причины крушения выясняются. Паром принадлежал компании, которая организовывает экскурсии с целью наблюдения за китами. Сами сотрудники фирмы комментировать произошедшее отказываются.